Работаю здесь недавно, всего лишь год. Постарался за год разобраться в ситуации, которая здесь давно уже назревала. То есть конфликт назревал еще до меня. Порядок навести все равно нужно было. Сейчас этот конфликт как бы достиг такой стадии, что уже действительно нужно сесть всем вместе, разобраться в данном вопросе, найти ошибки, недостатки, всем вместе помочь их устранить, но не устранять руководство, не воевать против тренеров. Я считаю, что это неправильно. Поэтому я думаю, что руководство Корабельного района, Цуканов Александр Николаевич, его заместители, вместе со своей комиссией, которая в данный момент еще работает по данному вопросу, разберутся в данной ситуации и, наоборот, нам помогут навести здесь порядки. Как процесс будет развиваться, трудно сказать. Хотелось бы, чтобы нас власть не отталкивала, а наоборот, всяческим образом помогла решить все данные вопросы, помогла в финансовом плане отремонтировать крыши, окна, фок, теплоснабжение и так далее. То есть я думаю, что корабельная администрация все-таки разберется и нам поможет.